Всем кучу, народ, с вами Крямпа. Короче, у нас будет новая рубрика на моем канале. Это будет, чуваки, рубрика «Погони». Да, вот с моим другом. Играем мы с ним по скайпу, короче, чуваки, вот. А вот он все уже тачку сделал, короче, чуваки. Сегодня я буду первым депосом. Вот, а чуваки, если вам нравится рубрика, ну, букс его. Не знаю, вот. А чуваки, короче, давайте сейчас сначала, да. У нас будет депосы, короче, чуваки, также с оружием. Также будем выходить, всякие такие дела, вот. Ладно, сначала давайте я куплю себе парочку оружий. А, пацаны, главное, чтобы меня не кикнуло. Будем это все смотреть. Все. Так, 1100, думаю, хватит. Короче, вот. Дальше, чуваки, сейчас я заспавню себе тачку. Так, вот. Ой, настройка авто сейчас. Угу. Зашибись. Сейчас нам чувак будет мешать тут. Сейчас, давайте тогда сейчас по фасту тогда... Да, он мне пытается задать... Я не понимаю, почему, когда мы хотим записать видеоролик, у нас постоянно тут кто-то давит, тут что-то еще, я не понять не могу. Так, давайте сейчас, пацаны, короче, сделаем, создадим себе тачку. Так, покупка транспорта, давайте возьмем, ну, полицейский, это логично. А вот возьмем мою любимую, я не знаю, я всегда на ней катаюсь, сейчас немножко затюним. Так, пацаны, сейчас ее сделаем, небольшой тюнинг. Так, цвет сделаем тут черненький, давайте. Так, диски, думаю, такие, я всегда такие выбираю диски. Гидравлика, да, и авторемонт выключаем. Включаем авторемонт. Все, в принципе, сейчас будем уже готовиться. Будем брать до двух, короче, все, ты готов, мальчик? Так, все, давайте. У нас такая считается, что я считаю до 10, он уезжает сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, все, чуки. Угадали. Вот, еще будем говорить с ним по скайпу, ну, я буду с ним разговаривать, чтобы нас не расконнектил, ничего, чтобы все было нормально. Вот. Потом вы тоже будете его слышать, но это в дальнейшем, короче, все будет. Так, моя цель его, короче, сегодня, пацаны, остановить. Надеюсь, что сегодня будет без каких-либо фризов и так далее, потому что фризы нам не нужны. Вот. Пока что стабильно, 30 FPS. О чем я говорил, пацаны, у нас просто вылетел скайп. Ну, зашибись, лайк просто, да, вот. Ну, ладно, это не будет как мешать, поэтому, чуваки, все равно будем догонять его. Будем играть просто до двух. Так, ладно, вот, сниму пока что наушник. Так, едем. Блин, будет тяжело пока за ним догнаться, потому что у него... Так, сейчас, подождите. Так, блин, вообще будет тяжело, пацаны, реально будет тяжело, потому что он будет нас просто только так путать, поэтому, блин, это будет тяжело, серьезно. Так, блин, уже немножко подбить надо. Ну, блин, у нас уже крыло, так скажем. Мята. Ой, крыло. Бамперку крыло. С лясиком, как говорится, перепутал. Вот, вот первая стычка. Первая стычка. Так, можно вылазить полностью. Можно вылазить и палить, 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 палить. Да-да-да, пацаны, да-да-да, колеса, да-да-да, все есть. Найс. Найс, пацаны, колеса уже все пробиты некоторые, найс. Блин, вот со мной сейчас чувак будет гоняться. Ну, это, в принципе, типичное дело, за нами постоянно какие-то чуваки гоняются, когда мы даже, если не записываем видосик, но все равно. Это не помешает, чуваки, потому что уже колеса у него... Вроде одно колесо проколото, поэтому вроде неплохо. Так, нифига, смотрите по карте, сколько людей едут. Ну, два человека, ну там вроде три человека ехало, ну это много. Так, ну там один вроде на... Да, там один на мотике. Так, вот, еду за ним. Так, такое себе дело, конечно, вот, едем. Так, у него одно колесо проколото, поэтому он будет дрифтить, да, а вот о чем я говорю. О чем я говорю, он будет сильно дрифтить, так, за мной чуваки все равно будут гоняться, ну, типа, хотят помочь, скорее всего, да. Вот, просто машина летает, что здесь творится, чуваки, просто что творится, так, он заходит в дрифт, вылазим с тачки, чуваки, палим, 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 да, это изи, все, это изи, пацан, да, все, изи. Изи win. А, нет, тихо-тихо-тихо-тихо. Да, все, пацаны, это 1-0. Все, чуваки, это изи, просто вот изи-сквизи. Чуваки, счет 1-0. Вот, ну, нифига, у меня, ну, он, видать, вышел, я как бы с АФК считал. Чуваки, вот 1-0. И, чуваки, теперь сейчас буду я ментом. Ой, сейчас буду я в роли угоняющего. Чуваки, бежим, тут сейчас по нам будет палить. Ой, дурак, а. Так, ладно, тут, блин, против нас. У нас, по-моему, довольно-таки опасно находиться, потому что реально могут убить жестко. Поэтому вот такие вот дела. Да. Чего? Саня, ответь в ПВК. Блин, пацаны, жестко. Так, я думаю, сейчас надо зареспавниться, пацаны, настройка авто. Ой, настройка авто. Сейчас телепорты, дрифт и го вот сюда. Да, все, фу, найс, успели. Так, пацаны, мне просит друг сейчас звонить ему по скайпу, но так как я записываю, у меня вот... Нет, Wi-Fi, конечно, немножко тупит. А, у меня... А, нет, у меня не Wi-Fi тупил. У меня просто Wi-Fi выключился какую-то фига на телефоне. У меня такое периодически бывает. Так, чуваки, пока что я жду, чтобы он ТП-шкнулся сюда. Вот он здесь сейчас, он ТП-шкнется, вот. Здесь он додумается, сюда ТП-шкнется, вот. Так, чуваки, вроде пока что первый довольно-таки погоня удачный. То есть, чуваки, ему надо уже сравнивать. Ему нужно сравнивать. Либо он сравнивает и будет ничья, либо, чуваки, сейчас просто отрываюсь от него, и все, чуваки, будет счет 2-0, и серия будет за мной. Вот он мне звонит. Так, алло. Алло. Давай ты, Пашка,
ТПшка себе, блин. Это, давай на этот дрифт сюда, короче, где были всегда. Сколько? У меня 59 пинг лично. Так, чуваки, ждем пока что его. Так, ну счет пока что 1-0, не забываем. Вот, просто. Так, вот, давай, теперь, короче, сейчас я выбираю тачку. Так, Так, вот. У меня чувак вообще, у меня сейчас 60. Так, вот. Так, вот, выбираем, короче, покупка транспорта. Так, у нас, короче, нельзя выбирать спортивные. Можно выбирать внедорожники. Потом остальное. Ну, что-то такие вот, такие легенькие тачки. Так, давайте что-то возьмем, например. Например, что можно взять? О, я знаю, где вот эта тачка была, где ее? Блин, наверное, не найду, пацаны. Блин, наверное, не найду. А, или подожди, я знаю, где она находится, ё-моё, чё туплю. Классический, она вот где находится, сейчас тут. Сейчас я найду только. Или чё, или нет. Чё-то странно. Назад. Сейчас. Что-то ее нету, как может она. Подожди, может опять остальные. Ладно, давайте, короче, возьмем ее. Сейчас, короче, ее заюзаем. Так, блин, задолбал своим неоном. Так, ладно, настройки авто. Сейчас, чуваки, все делаем. Сейчас пока что по фасту это все установим, да. Дальше, ну, спецнаклейка, это вообще посмотрим. Вот это более-менее. Так, гидравлику установим, все. И давайте шины, ну, вот мои любимые. Все. Ой, шины. Диски. Так, все, давайте. Мы считаем до 10. Все, погнали, пацаны, уезжаем от него. Так, собственно, я надеюсь, то, что это будет удачная погоня у нас. Несмотря, что я снимаю только 30 FPS, это очень мало FPS. Ну, блин, чуваки, стараемся для вас, все, поэтому, блин, давайте Лукас, подержите нас по-братски. Так, ладно. Так, по карте можете видеть, что у нас догоняет, в принципе. Ну, у него... сколько тебе, кстати, тачка топит на максималке? Ну, я вроде тоже ее выбирал, он что-то вроде топит где-то 100, 100, 100, сколько там, ну, 102 вроде. Вроде вот так вот, или 114, вообще, чуть не помню, что такое. Так, ладно, уже. Так, ну догоняет нас. Так, ладно. Надо сейчас тупо либо уехать. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Тихо. Вот сейчас, если с тачки выйдет, нам пипец. Не, фу, успели. Найс. Так, блин, ну пацаны подрезают жестко. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, смотри, все просто, уже минус, просто бампер. Просто уже стекла потрескали. Ну, блин, жестко. А, стекла тоже. Ну, блин. Так, хорош, подрезаем. Хорош, все, пацаны. Просто, чуваки, тайм-код пишите, где просто он влепился. Так, ну тут, думаю, блин, на нитро можно уехать, хотел сказать интро. Так, ладно, уезжаем. Ну, по карте, я говорю, можете смотреть, типа, насколько далеко я уехал, насколько он отстал от меня. Так, ну вон, видно его. Так, хорошо. Вот. Ну, так скажем. Ой-ой-ой, куда там вообще в дрель заехал? Ты чё, куда заехал-то вообще? Так. Надеюсь, что звук запишется, потому что 100 максимум. Ну да, как говорил, 114, короче, тащит. Ух, чуть не сбил. Хорош. Пацаны, тоже пишите тайм-код. Так, едем, короче. Тут пока что по прямой. Ну, как по прямой. Типа, ну, блин, он может догнать, конечно. Так, ладно. Блин, у него что-то неон, мне этот неон мне не очень нравится. Хоть я их сам устанавливаю, это так, чисто по фану. Хоро! Уху! Пацаны, просто пишите тайм. Тут, короче, пацаны, просто у меня микрофон выключился, поэтому вы сейчас все увидите, в принципе, в быстром действии, поэтому приятного просмотра.
soul.